Алексея Моисеевича, вручаю газету «Тестил» благотворительному фонду «Праздник жизни». Надеемся, что эту акцию поддержат предприниматели, оформят подписку «Дерево добра» и также будут вручать школам и образовательным учреждениям газеты «Тестил» и «Юность Севера». Спасибо большое. Сегодня IT-школа Илларионова Алексея Моисеевича проводит благотворительную акцию «Дерево добра». И мы сейчас в Центр материнства и детства Национального центра медицины принесли газеты «Тестил» и «Юность Севера».